Так, всем привет, продолжаю снимать видео по замене сальника и установке ГРМ назад. Ставим ГРМ назад. Сейчас я вам хочу показать, что все, сальник поменяли у масляного вала. Вон он, видно, я все отмыл там, чистенько, вон оранжевый за валом стоит. Так, сейчас давайте лазю, потому что ямы нет, чинюсь на улице. Вот, видно, беленькое, это я как раз немножко обойму смазывал герметиком. Вчера вечером все это делал. Сейчас все высохло, буду собирать дальше. Шкив поставил шкив ГРМ. ГРМ накинул все. В прошлых видео ищите, я потом до дома доеду, я в подсказках сделаю, как выставлять метки. Тут в этом видео будет подсказка по меткам. Ну, легче всего ГРМ выставить, если вы первый раз или там как бы книжки нет. Одеваем на эту шестеренку. Это коленвала шестеренка, это ГРМ, она на коленвал крутится. По кругу идем, масляный вал, масляный насос. Под ТНВДшки, в ТНВД выводим вот сюда. И вот краюшек накидываем вот сюда, под машиной, если мы лазим, да? И тут под натяжительный ролик. Ролик у нас он, сейчас я его слегка подтянул для видео, а так он слабый, ослабевает. И в этом видео я вам хочу показать, как натянуть натяжной ролик без специального ключа. Вот, к сожалению, ключа у меня нет специального, но я вам сейчас сверху покажу. Сейчас, ну, в принципе, давайте. Вот там есть специальные два отверстия для ключа. Такой ключик, он как два пальца берет, ну, втыкается, и вниз, тянешь вниз, и вот этот сам натяжной ролик, он, сейчас я не могу ослабить вам уже, ну, попробую, секундочку, вот, чуть-чуть ослабил, вот он ходит, вот, натягивает вот именно вот этой штучкой, вот, видите? Нам надо ее натянуть. Кто-то натягивает вниз, тянет вот так. Тут натягивает до упора. Кто-то вверх. Я выбираю вверх. Сейчас объясню. Но это лично мое мнение. Я его натягиваю вверх. Во-первых, удобно. В эту же сторону тянешь и в эту же сторону затягиваешь гайку. Во-вторых, прижимается поближе вот к этому распредвалу, к шкиву распредвала. И вот тут меньше вероятности, что он перескочит, или когда вот там кусочек льда попадает или еще что-то. Потому что все равно, вот я на холоде, у меня два раза он перескакивал ремень на зубчик. Может, уже ремень прослаб. Ну, мое мнение, что надо вверх тянуть. Вот. Я так теперь делаю в последнее время. Так, он ослабленный. Вот, накидываем слегка, да, тут ремень. И... конечно, когда вдвоем удобно, или яма, я вот сейчас, допустим, вылез. Конечно, извините, видео такое экстремальное. И уже сверху я его до конца одеваю. Чтобы легче было одеть, сейчас, секунду, саморезы положу. Чтобы легче было одеть, вы когда снизу натягиваете, ой, ГРМ накидываете, вот на эту шестеренку полностью не накидывайте, на край сделайте, на край. Ну, сейчас я уже не сдвину. На пол вала одевайте, на пол шкива одеваете. Вот так, на краешек, чтобы зацепилось. И потом уже сверху, и тогда накидывайте. Когда накинули, у меня первый раз сбился распредвал. Я вам в прошлом видео говорил, что я две метки ставил. Как раз сейчас попробую. Чуть-чуть он сдвинется. Или уже не сдвинется ремень. Вот. У меня видно, что уже не видно. В
Вот я герметиком мазал один зубчик и второй. Видно плохо. Но первый раз он меня сбилось. У меня вот этот вот зубчик, он ушел вот сюда. Пришлось снимать ГРМ, распредвал назад повернуть. И уже тогда это все выставилось. Сейчас у меня вот, видите, совпадает. И я старался две метки делать, чтобы вдруг одна там левее, правее. Вот две совпало идеально. Дальше сразу покажу. Но это я вам еще в прошлом видео показывал. Так. Увидим мы, не увидим. Должны увидеть. Вот. Зубчик. Я его тоже белой краской красил. Он совпадает вот с этим трехугольничком на корпусе. Неудобно, но покажу. Вот. Вот этот трехугольничек, эта метка, она должна на зубчик. Но у вас зубчик не будет белого цвета. Я сразу скажу, это я себе сделал подсказку. Вы ищите на маховике глубже. Там вот не тут, а вот сюда вот глубже. Вот. Там вот. Там будет нолик написано. Он выбитый на маховике, ноликом выбито. Вот. Вы его сейчас не увидите, потому что, видите, сфокусировать не могу. Но там есть нолик. И тогда все. А, и ТНВД, вот я его фиксировал шкивом. Он тоже в подсказке будет в прошлом видео. А это видео я именно хочу снять, потому что в дороге не у каждого есть ключ. Вот будете ГРМ менять или что, нам надо натянуть вот этот вот ролик. Я что придумал? Ну уж саморезы найдете везде. Даже можно не саморезы. Так. Давайте как-нибудь сейчас попробую показать. Вот. Каких-нибудь два, можно гвоздика, можно что-то. Вот. Просто я вот вставляю. И второй. Вот видите? Два самореза. Между ними сейчас поставлю отвертку. И отверткой буду как рычагом уже снимать. Тут очень тесновато, но вам видно. Так. Где отвертка у меня? Секунду. Отвертка. Вот она. Вот как упор делаю на один саморезик. Упираюсь, а под второй подтягиваю. Но сейчас он вылетит, но потому что я неудобно одной рукой снимаю. Вот, и идет натяжение. Он уже как рычаг. Он срабатывает как рычаг. Вот я его натягиваю. Вот, видно. Видите, натягивается. И вот эту гайку затянуть надо. Вот одной рукой тянешь, вот так натягиваешь ролик. Второй рукой ключом или накидным, или головкой затягиваешь болт. Все, и он натянулся. Мы натянули, допустим, прижимной ролик. Потом вытаскиваем обязательно вот этот вот, вот эту штулку, шток. Потому что НВД не будет крутиться, он там в распор встал. Вытаскиваем его. И ключом на 19, либо вот тут за распредвал, либо заклинвал вон ту гайку. Проворачиваем, делаем 1-2 оборота. Я бы рекомендовал сделать 2 оборота. Просто ключом проворачиваем 2 оборота коленвала. Ремень все встал на место, где надо, натянулся, подтянулся. И уже проверяем по новой метке, чтобы совпало тут, чтобы воткнулся назад, там отверстие в корпусе есть, сквозь, чтобы сквозь шкив, вот эта втулка, чтобы прошла сквозь шкив и воткнулась, там специальное место такое есть тоже, как, ну не посадочное, но контрольное, скажем так, проконтролировать. И чтобы совпала метка тут. Если не совпадает, снимаем ГРМ, смотрим, если в эту сторону ушел от меток распредвал, то снимаем ГРМ, распредвал назад, крутим, ставим. Честно скажу, когда первый раз делал, с третьей или с четвертой попытки у меня получилось выставить метки, потому что то вот тут вот прослабляется, начинаешь натягивать ролик, вал сюда уходит,
то вот тут вот неправильно одел, начинаешь натягивать, ролик сюда уходит, короче, там. Вот тут свободно. Допустим, тут пустота, и когда ты проворачиваешь, 1-2 оборота, ремень подтягивается, но сбивается. Метки сбиваются. Так. Конечно, если кому это в помощь пойдет, я буду рад. Если не смог правильно объяснить, извините. Какой момент еще? Да, все прокрутили, 2 раза провернули, метки совпали, все, дальше уже одеваем там пыльники, шкив генератора, генератор, ремень генератора уже одеваем, потому что помпа не будет без ремня генератора крутиться. И пробуем заводить. Если не дымить, не гремит, значит все хорошо. Но оно, если вы метки выставили, то дымить, греметь уже не будет. Так, всем пока. Видео долгое, извините. Ну, дай бог, чтобы кому-то была помощь.